Коллеги, выставка World Food продолжает свою работу, и мы вас знакомим с новыми интересными спикерами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Аладдин Аль-Мехди. Я представляю турецкую компанию, находящуюся в Стамбуле, занимающуюся производством кондитерских изделий уже более 50 лет. Сейчас мы нацелены на создание продукции для детей, которая будет развивать детей и обучать. Интерактивная продукция, представленная на выставке впервые. Мы первый раз в России, выходим на российский рынок и представляем продукцию обучающую. Вот, например, можно показать леденцы. Они имеют образовательную функцию в том, что они имеют в себе, включают алфавит, таблицу умножения, флаги, эмоции. Все, что может научить маленького ребенка. Она полезна, никаких вредных веществ нету, все натуральное. Можно употреблять с 3 лет, и тем самым употребляя, просто вот кушая и смотря на этот леденец, ребенок будет просто запоминать, даже не подозревая это, без никакой зубрежки, ничего. Кроме этого, мы еще представляем такие игрушки наподобие, можно сказать, киндер-сюрприза. Если сказать, то, в общем, киндер-сюрприз мы все знаем. Нам нужна новая продукция, которая будет яркая, которая будет притягивать и в то же время обучать. Например, вот эта машинка, на ней будет написано название цвета. Тем самым ребенок сможет взять, каждый раз будет брать разный цвет и изучать новые цвета. Кроме того, мы еще работаем над разработкой программного обеспечения с функцией IR, чтобы можно было дать больше информации нашим потребителям, детям, чтобы они больше и больше впитывали в себя знаний. Дети все время хотят сладкого, яркого, а тут еще и полезное, и обучающее. Верно. Именно так. Спасибо большое. Спасибо.